Пустил дракона и забрал прекрасную принцессу прямо к себе в замок. Они скакали долго на белом коне и приехали в замечательную поляну. Знаете, когда рассказываешь сказки, очень часто сам начинаешь засыпать, а ребенок еще не спит совершенно. Ну, сейчас Анфиса тоже немножко крутится. Пытались ее все-таки уложить, но, по крайней мере, здесь очень уютно. Это сразу привлекает внимание. Анфис, тебе нравится? Да. Да? Ну ладно, просыпайся, давай, просыпайся, скоро в школу тебе уже через 2 года, в школу надо много чего успеть. Анфис, ну классно ли лежать, а? Да. Да? Да. Так, а на чем ты лежишь? Кто рядом с тобой? Что за дружок-то такой, а? Что за животное такое? Собака. Собака? Я бы даже сказал щенок, наверное, да? Как мы назовем его? Бобик. Бобик? Да. Отлично. Ну, ты давай поваляйся тогда немножко. Или пойдешь с нами уже, вставать будешь, просыпаться. Полежу. Полежишь. Хорошо. Анфис полежит, а вот мне уже... Ой, пора вставать, друзья мои, как бы тяжело не было. Всем привет, здравствуйте. Начинается прямой эфир и прямой обзор. И, конечно же, к нам вновь пришел Best Way, крупнейший мировой производитель потрясающих и различных изделий. Мы, Саш, Стас, да мы что уже исследовали? Мы бассейны, значит, посмотрели. Привет. Но... Всем привет. Да они уже звезды. Что ты говоришь, Стас, привет тебе. Нет, я здесь первый раз. Но знаешь ли, все равно ты очень приятно. Ты будешь бассейн звезда, да. Саша, привет. С тобой мы тоже давно знакомы. Мы смотрели с тобой бассейн, да? Мы смотрели пылесос, с тобой пылесос, кровати. Кровати, круто. Сегодня какую тему поднимем? Сегодня у нас будет тематика индора, домашних, так сказать, палаток, так. Кровати, которые можно использовать как дома, так и на улице. Угу. Также будет еще немножко кемпинга, но это пока секрет. У-у-у. Да, и более того, это кровати, которые можно также использовать да, непосредственно как на улице, так и дома. Будет да. Несколько моделей. Круто. Вот, ну, вы видите, да, и на все это будет действовать специальное предложение. Вообще, что сегодня будет представлено, если вы не запомнили, вы сможете найти внизу. Вот видите, 8 товаров. На них будет беспрецедентно низкая цена. 60% скидка, 54, 50, 50. Но я хочу сказать, в течение нашего эфира и час после... Слушайте, 2300 рублей? 2300 детская палатка всего. Балдеть. Можно еще себе забрать дешевле ее. По промокоду BESTWAY7. 7% дополнительной скидки. Это эксклюзивное предложение от крупнейшего поставщика, который сотрудничает с мировым брендом Best Way. Приглашаем в сказку, так называется, это замечательная корпорация. Я уже называю этот магазин корпорацией, потому что он действительно реально крутой и классный. Вот он предоставляет скидку Best Way 7, 7% допом. Да, да, Анфис, что? Ты вылезла? Да. Да? Ну как тебе повалялась, хорошо? Да. Сил набрала? Да, так, а утром надо зарядку сделать? Ну-ка, давай зарядочку какую-нибудь, да, давай, ну вот приседай как-нибудь так вот, все, ты встал, вот, молодец, пока ты приседаешь, я буду говорить, что множество скидок сегодня предоставляется. Если вы захотите скидку больше, напишите, пожалуйста, компанию «Приглашаем сказку», запросить скидку и в чате с сотрудниками магазина «Приглашаем в сказку» напишите «Хочу еще скидку». То есть скидка прямого эфира, скидка 7% по промокоду, а может быть еще будет больше. Общайтесь с продавцом, это круто. Так, ну хорошо, значит, давайте тогда начнем. Ты да. сказал о том, где можно спать, правильно? Да, сегодня начнем с того, как раз то, что больше всего понравилось, наверное, Анфисе. Анфиса уже попробовала на да. собственном примере. Это непосредственно у нас как собака, либо щенок. То есть это спальный мешок, также идет в комплекте с матрасом. У матраса идет флокированная поверхность, что дает комфорт и ощущение постельного белья. Палатку будем застилать, да. Сейчас но всему попозже. Свое время. Соответственно, у мешка есть молния. Да? Можно да. как легко, именно благодаря этой молнии, Анфиса легко забралась и выбралась из него. Также можно создать ощущение кокона. Правильно? Спокойно же вылезла и без всяких проблем. То есть такой принцип спальника, да, спальный говоря, мешок. Да? Ой, слушай. Под собака. То есть, но... кто у нас, как говорится, лучший друг человека? Анфис, кто лучший друг человека? Собачка, конечно, прошептала она. Я бы даже сказал, щеночек. Щенок. Да, щеночек маленький. Вот такой вот красивый щенок. То есть, это, ты говоришь, комплект? Да, это комплект. Соответственно, у него размеры 1,30 на 76 см. Метр 30 на 76. Да. Высоту 10 сантиметров. Ага. У спального же места будет 120 сантиметров на 66 в ширину. Угу. Скажи мне, рекомендуется для какого возраста вообще вот такие штуки? Идет от 3 лет.
От 3 лет, от 3 лет, да. И где-то 25-30 ориентировочно вес, на какой рассчитан да, ребенка, кто будет использовать. Ребят, всем здравствуйте, кто в чате, всех вижу. Саш, Юль, Наташа, Ангел, Инна, Ан, Елена, Юля, Александр. Всем привет, Юль, тоже тебе привет. Да, вот такая вот у нас сегодня интересная продукция. Слушай, скажи, пожалуйста, этот матрас... Так, ну-ка, давай, а ты можешь отсюда забраться? Ну-ка давай, круто, лабиринт какой-нибудь. Кстати говоря, вот так ребенок, мне кажется, быстрее ляжет спать, если он еще и во что-нибудь поиграет. Вот так вот забраться. Во-первых, укутается. Кстати говоря, удобно чем? Мы знаем, что он не будет раскрываться, да, не надо за ним особо следить. В нем тепло и уютно. Скажите, нравится тебе? Да? Да. Да, съела микрофон мой. Ничего, можно им даже попрыгать, можно попрыгать. Его можно стелить, ну, например, поверх чего-то, не только на землю, ну, например, каркас какой-нибудь есть, да? Конечно. Или какая-то кровать конечно. Изначально. Я думаю, что главное преимущество данной молнии, что у вас точно монстра не схватит ночью. Потому что ты застегнулся, и точно тебя никакой волчок не утащит, зубочок. Данную кровать можно использовать. В ней, я думаю, ты будешь чувствовать себя в безопасности. Слушай, какая хорошая тема. Ты знаешь, действительно, потому что часто у детей есть некие страхи. Они залезли сюда. С ними, во-первых, их дружок любимый. Да, очень яркий, классный, красивый щенок. Щенок. Вот видите как? Вот, все. Просто упали. Можно ему пузико почесать. Ну-ка, почеши ему пузико. Почеши пузико моему хорошему щеночку. И он сделал. Вот. Очень прикольно. Очень круто. Скажите, круто. Скажи, Белова Анна спрашивает, есть ли какой-то температурный режим этого спальника? Температурный режим? Только, наверное, у хранения. Да, ну то есть не надо использовать на экстремальных температурах, то есть там в Сахаре, в пустыне, либо в Арктике, наверное, ему все-таки будет некомфортно. Ну да-да, зачем нам? Ну, Слушай, ну тут же какое-то наполнение, да? Да, там идет текстильное, да, то есть идет легкое утепление, но опять же, то есть зимой можно будет дополнительно использовать какой-нибудь плед, чтобы было комфортно, то есть... Захотели его на задний двор на даче отправили, захотели его положили у бабушки. Да, вот так вот просто. Совершенно можно использовать на разных поверхностях. А его стирать можно потом? Оп. Да, его можно стирать в стиральной машинке, либо ручная стирка. Можно вот так же укутать. Анфиса! Спрашивает, мой ли это детеныш? Нет, Наташа, к сожалению, нет, хотя Анфиска очень классная девчонка. Она сделала сегодня прическу красивую, сходила специально в салон, подстригла кончики, да? Да, покажи, покажи, какая красивая прическа у тебя. Вот она, вот она. Вау, вот, молодец, очень класс. Круто. Красивый, Елена Сиканова написала. Саша, это про тебя, наверное, красивая. Потому что непонятно про что. Или про щеночка. Так, ну хорошо, значит, понятно. От 3 лет действует, да, материал замечательный, стирать можно, да? А можно мне вот здесь еще полежать? А мы сейчас у ребят спрашиваем, ребят, можем? Конечно, можно, да? Я думаю, даже нужно. Даже нужно, Стас? Да. Ты думаешь? Просто необходимо. Да, а тебе единороги-то нравятся вообще? Я не уверен. Да? Да, я не уверен, что единорог это прям мальчуковый выбор, но я думаю, если бы такое животное существовало, я бы прямо был фанатом. А вот Анфисе нравится. Ну, ожидаемо. Анфис, скажи мне, единороги существуют? Они существовали. Существовали давно? Да. Круто. Но у тебя дома классно, если появился вот настоящий единорог такой? Да. Да, вот он мой хороший. Так, ну это же не просто игрушка, да, Стас? Нет, конечно. Вот и мы плавно переходим к этому замечательному единорогу. Так, который давай. Одновременно и кровать. И еще, я думаю, много можно применений для него найти. Особенно с детским воображением вообще никаких проблем не будет. Это точно, да. Вот, дизайн яркий, замечательный. И честно, если бы у меня в детстве был подобный продукт, да, то есть подобная кровать, все бы мне завидовали. Абсолютно все. Именно если бы единорог у тебя был? Не важно. Даже единорог. Подобная конструкция. Ну да, то есть что-то подобное. Все бы были в восторге и приходили бы ко мне в гости. И просились бы на ночевку остаться. Вот. Скажи мне, из чего он состоит? Я так понимаю, что это двойное, это собранное, да? Вот, это, да, оно отдельное, состоит из двух частей. Матрасик вот такой вот. И, собственно, сам корпус кровати. Забирайся, забирайся сюда. К сожалению, его нельзя использовать как лодку, как вы могли сразу подумать. А мы очень хотели. Да, все сразу подумали, но, к сожалению, нет. Лучше так не делать. Потому что это все-таки кровать, на ней нужно спать, в первую очередь. А что касается материала, то эта кровать изготовлена из ПВХ. Так. Это надежный материал, проверенный временем, абсолютно безопасный, прочный. То есть вы можете не беспокоиться о том, что что-то навредит вашему ребенку. Ни в коем случае. Все будет хорошо, замечательно. Какие тут габариты, мне интересно? Он в длину 2 метра и в ширину метр.
высотой в 20 сантиметров. И зона для сна, она сделана с углублением для того, чтобы ребенок не скатывался, для того, когда спит. Да? То есть вы можете не волноваться, что ваш ребенок укатится ночью, он будет на своем месте. Только приятная материя здесь. Да, еще, да? Флок. Это все флок для того, чтобы ощущалось приятно, белье не скатывалось. Ну и в целом. Смотри, на пижамную вечеринку круто, бились бы подушками, Наташа говорит, да, Саша, еще бы, я сама такой хочу, хочу для детей, супер, надо деткам тоже такой привет, привет всем, Софья тоже привет. Ребят, слушай, по-моему, огонь. Скажи мне, а вот эти вот цвета, они как бы остаются со временем, да, на солнце там, чтобы не выгорать. Нет, если, например, все с этим хорошо. На дачу вынести. Круто. Да, все будет, вы можете не переживать о том, что что-то выгорит или испортится, нет, это долговременные материалы. Они хорошо сохраняются. Слушай, то есть ты говоришь, прочная конструкция, да? Да. Все здесь соблюдено хорошо, да. А, скажи, это домашняя тематика или на улицу тоже можно вытаскивать? Можно. Можно дома, можно на улицу, можно в парк, можно бабушке с дедушкой. Куда угодно. Абсолютно. Никто не запрещает использовать его везде. Анфис, ну-ка, аляку сюда и вот сюда голову ну-ка сделай. Мне интересно, сможешь ли ты вот так вот облокотиться на хвост? Да можно прям в ботинку, у тебя ботинки чистенькие, новенькие. Забирайся. Опа. Так. Во. Во, можно так лететь, например, читать что-нибудь. Да. Ну, кстати говоря, не просто. Видишь, и хвостик тебя сверху будет защищать от всяких плохих мыслей. И от сны будут только хорошие и цветные у тебя. А это что такое у него, Анфис? Крылья. Крылья? У единорога крылья? И что, ты ночью сможешь улетать куда-нибудь? Да. Да? На Луну. На Луну даже? Ребят, мы сможем улетать на Луну, ты представляешь? Удобно лежать? Классно. Слушай, ну на самом деле, вот у нас есть матрасик, которому, да, Саш, мы с тобой начали, и к нему идет вот такой классный спальник, мешок, да. Да, в виде щенка. Вот здесь тоже можно найти, ребята, если вы познакомитесь с продукцией Best Wear, здесь тоже есть, ну, например, вот такой вот спальник в виде единорога. Мне кажется, как комплект вообще просто идеально подойдет. Да. Хотя, конечно, надо начать именно с кровати, потому что, ну, там уже любой плед, любая одежда, возможно. Ну-ка, забирайся сюда. Ребята, кто у кого проблемы уложить ребенка? Если у него будет такая кровать, он будет бежать туда. Никаких проблем. Понимаете? И уже в 18:30 вы будете свободны, потому что ребенок будет спать. Да. Анфис, ну тебе хорошо? Да. Да? Здорово. А, какой друг единорог. Ты знаешь, мне еще нравится, что вот хорошие, знаешь, цвета, да, вот они детские, они радуют глаз, они настраивают на какой-то позитив. Это не просто нечто безликое, однородное, серое, черное или белое. Все, вот здесь реально цвета, и ты правильно сказал, что, слушай, смотри, а если, например, мы вот это уберем, накидаем сюда шариков каких-нибудь цветных, да, это же просто как бассейн с шариками, Анфис, скажи, здесь можно играть, и ударилось, да. И можно тебя даже накрыть вот так сверху, понимаете, все. И где ребенок? А вот она! В общем, играйте, занимайтесь. Скажи, складывается это в небольшую сумочку? Перевозить? Да, это занимает небольшой объем, весит довольно мало. Угу. То есть вы можете хранить это в коморке где-то там у себя, в шкафу, в любом доступном месте. И это не будет занимать много места. Угу. Моя прыгала от счастья. Цвет просто прелесть, Юля сказала. Анна говорит, тоже прелесть. Что мне нравится в вашей компании, это цвета, это восторг. Наташа говорит, у меня детей нет, но собаку быстро укладываю. Наташа, это только начало. Все дальше пойдет быстрее и лучше. Кстати, хочу сразу сказать, ребят. Сегодня помимо того, что есть классные предложения, скидки в прямом эфире при промокоде BESTWAY 7. 7% на всю продукцию BESTWAY вообще, не только в стриме. Вы загляните туда, я вам сейчас покажу. Вы загляните на этот сайт, вы посмотрите, сколько мировой производитель. Кстати, ребят, расскажите немножко о вообще BESTWAY. Вообще, что это такое? Конечно, с удовольствием. Компания основана непосредственно в 1994 году. В ассортименте более чем 1100 товаров, то есть это и сабборды, и кровати надувные, и палатки, то есть относительно кемпинга, также пляжная надувка, круги для плавания, мячи, то есть очень широкая ассортиментная сетка. Также компания представлена на 6 континентах мира, вот так вот, 110 стран. То есть это вам не какая-то мелкая, это большое, действительно крупное производство, это целый холдинг. Угу, вот так. И сегодня, да, приглашаем в сказку, это крупнейший поставщик, то есть сотрудничает с BESTWAY напрямую, представляет потрясающее предложение, классные, выгодные цены. Так, ну что, единорога посмотрели? Единорога, да? Посмотрели. Классный супер принцип. Вот уже, Анфис, тебе понравился, да? Воу! Кого он напоминает, скажи. Кто это, Анфис? Медведь.
Медведь, правильно? Конечно, абсолютно верно. Медведь — это аналог единорога, только уже, наверное, немножко, ну, наверное, все-таки мальчишеской тени. Но, тем не менее, Анфисе он тоже понравился. Классный? Ну скажи, Мишка большой такой, да, защищает тебя. Он как будто бы тебя своими лапами защищает также от того, чтобы ты не скатилась, не упала во время сна, и также не даст в обиду. Это уж точно, а то он и медведь. По размерам это аналогично единорогу. Также есть матрасик с лакированной поверхностью, где можно также дополнительно постельное белье постелить, либо прямо на нем, да, расположиться. Между прочим, Андрей, как ты думаешь, сколько он выдерживает веса? Ну, если это детский, там от трех лет от уже, 3 да? От трех лет, абсолютно верно. Ну, значит, 30, ну, килограмм точно должен. 72 килограмма. Нам серьезно? Наши инженеры, они стоят на месте и проводят много способов. 72 килограмма? 72 килограмма. Стас, ты сколько? 62. Серьезно? Да. Блин, я под 80, толстяк, а? Так, Стас, ну-ка давай тогда проверь. А то сейчас... Так, Анфиса, а ты сколько килограмм? Не знаю. Не знаешь? Ну хорошо. Все хорошо. Работает? А все. Мы сейчас его... Ладно, ну, вдруг он лопнет. Стресс-тест. Ну, толку не отлететь, это точно. Да, если что. Ладно, хорошо. О, ну, ребят, вот 80 килограмм проблем. Живого прекрасного веса. Ну, видите, запасом. Ой, слушай, классно. А мы можем вот так вот лежать. Анфис, ну-ка иди сюда. Иди сюда. Давай, ложись. Будем... О, молодец. Будем читать сказку с тобой, да? Ой, и для... Папы, мамы удобно, вот так облокотился о лапу Мишки, погладил ему носик и сказал: «Доброй ночи тебе, Мишка». Вот, круто. Я смотрю, уже Андрей начал засыпать, уже прям. Да-да-да, мне надо вставать срочно. Все-таки, сегодня какой день недели? Пятница? Да, все-таки конечно, пятница. Сегодня пятница. О, ребят, сегодня же пятница. Сегодня классная пятница. Да, мной проверена фирма «Бассейны просто супер», да, Анфис? Ну, супер. А можешь мне пойти у папы или у мамы спросить, сколько я вешу вообще? Ты хочешь спросить у мамы с папой, сколько ты весишь? Давай, иди, спроси, конечно. Давай, ну, прибегай. Так возвращайся. Да, обязательно прибегай. Сейчас мы все спросим, узнаем. А как промокодом воспользоваться? Так, ну, ребята, как промокодом воспользоваться? Вы забираете, пишите в корзину, переходите в корзину, переходите к оформлению, а дальше промокод или сертификат. Вот здесь вот. И здесь пишите Best Way 7 плюс, точнее минус и еще 7%. Очень крутое, крутое. Но подожди, подожди, сделай вот что. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Сейчас, Анфисочка, ты скажешь, да? Так, сейчас я найду. Из корзины выйду на главное. Смотрите. Так. Задать вопрос. Видите, вот кого задать вопрос или в чате. И мы попадаем в чат с сотрудниками бренда. Я пишу: «Привет». Вы тоже можете написать: «Привет, дайте мне еще скидку, пожалуйста». Прямо сейчас в прямом эфире они нас смотрят и ответят каждому. И предоставят скидку еще 3, 5, может быть даже еще 7%. Вы начните общение, ребята, поверьте мне. Приглашаем в сказку, творят настоящие чудеса. Это круто. Так, сколько ты килограмм вещи выяснила? Да. Сколько? Забыла? 17, по-моему, ты сказала, да? 18. 18 килограмм. Точно. 18. Папа! Да, я пошла тебя наконец-то. Так, Анфис у нас 18 килограмм. В индийском фильме прям. Да, действительно. Значит, давайте подведем итоги нашим матрасам. Да, кроватям точнее, да? Смотри, вот в варианте с собакой здесь вот такого, ну, грубо говоря, каркаса нет, правильно? Да? Да, с каркасом нету, то есть представлен отдельно, у данного изделия идет спальный мешок, и на нем флокированный матрас, под него можно положить. Это как единое изделие. Так, скажи, хорошо, скажи, давай. А сначала молнии. Какой матрас понравился? Какой матрас понравился? Можно закрыться. Собачка и единорог. Собачка и единорог, ну мы не сомневались, мы знали, да. Ага, да, ну вот он на молнии, он стирается, он убирается, все. Да, можно спрятаться, запрыгнуть туда. Запрыгивай, запрыгивай. И уложить ребенка. Классный и походный вариант, и домашний вариант, и дачный вариант, да, и в поездку, и на море, и куда? Закройте. В маленькую сумку. Закроем, закроем тебя, все. Давай, давай, закроем. Оп. Закройте до конца только закрыть? Да. Хорошо, ребята, все, видите, все, он физ командует нами, все нормально. Мы готовы, а мы рады, что она рада. Так, все, до конца. И ушком тебя прикрыли вот так. Все, ребенок отдыхает. А вот эти два варианта отличаются от собачки именно того, что у них есть вот такое внешнее, такая часть, да? Борты, которые, да, предотвращают скатывание ребенка во время сна. Также отдельно матрас с лакированной поверхностью и разным дизайном, да? Как для мальчиков, так и для девочек.
Слушайте, очень круто. Очень круто, правда. Отлично, не занимает много места. В любой момент можно убрать, переложить, спрятать в сумочку. Конечно, 2 килограмма в упаковке будет весить. Да, то есть даже ребенок может дойти до своих друзей и расположиться на какую-то ночную вечеринку. Какая тема крутая, да. И совершенно спокойно разместиться, да. И не получится уже отмазаться, сказать, а мне некуда тебя положить. А у меня с собой кровать, и я остаюсь. Все. И не прогоните вы меня. И не прогоните вы меня. Да, кстати, бабушки, дедушки, иногда внуки приезжают, и проблема, понимаете, конечно, не очень комфортно. Вот, у вас в таком мешочке лежит, надули, ему счастье. Он будет вспоминать как раз, может быть, не ваши пирожки, к сожалению, а именно эту кровать, и будет спешить именно к вам. Классное предложение, отлично, все, патент. Скидка сейчас есть, вот настоящая, Наталья написала, что настоящая женщина мужчинами командует, молодец. Наташа, а ты думаешь, это признак настоящей женщины, да, да, командовать мужчинами? Не знаю, не знаю. Андрей, ты видишь, как не мужчины, а мужчинами, то есть это уже прям... Да, да, да. Все, вылезла она. Хорошо, ребят, интересно. Значит, главное не скользит матрас. Да, это правда. Сегодня мы еще подарим вам подарок. И это будет очень крутой подарок. Будем сразу говорить, что это будет? Нет, не давайте сохраним тайну. Это секрет. Мы хорошо, давайте хорошо. А вот за что, ребята, мы вас будем мучить 5 различными вопросами. И вот на какой, какой вопрос будет как раз именно выигрышным, я скажу потом. Поэтому отвечать надо на все вопросы. Но на один вопрос, кто ответит первый, тот будет победитель. Какой это вопрос будет, пока не скажу. Но задам вам первый вопрос. Так как у нас страна большая, да, это действительно круто. Представители, значит, приглашаем в сказку, распространяют свои, значит, руки на всю нашу страну и предлагают очень адекватные, классные цены. Так вот, от Москвы до Владивостока сколько же надо ехать по времени? Это ваш первый вопрос. Сколько надо добираться от Москвы до Владивостока? Жду ваших ответов. Фу. Да, Анфис, ну чего? Может, дальше посмотрим что-нибудь другое? Посмотрели кровати, давай что-нибудь другое посмотрим. Хочешь? Дед, я хочу, знаете что? Что я ты хочешь? Я хочу уже смотреть палатку щенка. Палатку щенка? Ребят, мы хотим палатки посмотреть. Палатки, да. Это начнем мы с единорога, который у нас уже здесь представлен, а потом мы на сладкое оставим щенка обязательно. Так. Слушай, это... Все понятно, ребят, принцип понятен, это палатка. Это палатка крутая. Так, подождите, это точно единорог? Да, конечно. И никак иначе. Ты узнала единорога? Узнала? Ты узнала единорожку, да? Да, мы узнали единорога. Ребят, я по этим пятачкам вообще понял, что это поросеночек. Или кто? А еще какие версии, Андрей? Ослик, может быть. Вот, мне тоже кажется, ослик, что, с короной, да? Что-то у него сверху такое. Да, 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 да. Но это рог. Так, это единорог. Это рог, да. Значит, что это за палатка? Единорог. Для чего? Как? Почему? Какая это консульта? Детская палатка для самых маленьких и постарше. Угу. Она решает проблему с пространством, с личным пространством ребенка, да? Угу. Все хотят иметь свой уголок. Да, это точно. Там, где, где ты можешь быть самим собой, где никто тебя не видит. Ну, или, по крайней мере, ты думаешь, что тебя никто не видит. Угу. Вот, поэтому вот такая вот замечательная, очень легкая, очень простая в установке и в использовании детская палатка, которая весит всего 800 грамм, то есть почти ничего. Угу. Устанавливается за считанные секунды, да, и предоставляет вашему ребенку личное пространство для игр, а угу, также безопасность. Потому что в первую очередь, да, вы можете использовать это дома, но главное, что вы можете использовать ее на природе. И можете не бояться, что ваш ребенок схватит где-то клещей или еще что-то. Он слушай, никогда не поранится, не уползет, вы всегда будете видеть, где он находится. В этой палатке только один вход, который может оставаться постоянно под вашим присмотром. Также здесь есть 2 окна с сеткой для вентиляции, то есть там не будет жарко. Тоже есть, да? Ага. И все будет там хорошо. Там дырка. Дырка? Да, да. Но кто-то это... уже успел сделать дыру. Порвали его, потому что уже, да. Так, хорошо. Отличная палатка на море поехать. Да, на море, потому что также она защищает от солнца. Вы не будете бояться, что ваш ребенок перегреется, получит тепловой удар или ожоги. Кстати, хорошая тема. Вот это, да, то есть, потому что детская кожа очень чувствительна к подобным вещам, и вы всегда должны быть начеку, да, то есть всегда оставлять один глаз для того, чтобы присматривать за ребенком. Пойдем. Можно к тебе в гости? Да? Хорошо. Мы слазим сюда. Ой. Слушай, а кстати говоря, ты знаешь, она очень объемная.
Обалдеть! Да, на самом деле она в длину 2 метра. Серьезно? Да, и в высоту почти что метр. Классно! Вот я 185 сантиметров ростом. Да. Ты понимаешь? Там вполне... В море, если на море приехали, тут не только ребенок будет спать, ты понимаешь, да? Ну, не исключено, да, возможно, родители тоже очень сильно устанут и захотят прилечь. Да, ребенок будет просить: мам, пап, ну давайте я уже полежу наконец-то. Слушай, ну классная палатка, скажи мне. Ой, хочу. Шеф, а я вас вижу. Молодой человек, две кукурузы, пожалуйста, да. И одну черчхеллу. Ты про черчхеллу, да. Слушайте, классно, она вообще... В эксплуатационных свойствах, наверное, прикольное. Вот это не стирается наверняка, да, материал такой конечно. Крутой. Плюс, да, то есть вот эти арки, они, соответственно, сразу позволяют использовать изделие, а как бы автоматическая практическая установка. Мы это покажем дальше. Это следующее. Плюс, благодаря, как правильно сказал Стас, можно видеть, чем занимаются ваши дети, да, то есть всегда остается ситуация под контролем. Слушай, ну я так понимаю, что складывается она как раз вот в такой вот чехольчик, да, и вот так вот она проходит. Абсолютно верно. Ну, давай, кстати, посмотрим. Тогда иди сюда, Анфис, вылезай, посмотрим как раз вот дождались это. Дождались наконец-то, да? Дождались наконец. Я, кстати говоря, классный комплект. Вон так кровать единорог, да, вот такая палатка единорог. У меня даже сейчас родилась такая идея. Okay. Возможно, даже использовать этот матрас, да, если его вытащить и... Слушай, давайте прикольно. Попробуем. А давай попробуем. Анфис, тащи матрас. Тащи матрас свой. Не-не, вот, вот матрасик это, только вот, маленький. Вот и давай в палатку его засовывай. В палатку. Опа, прям держи. Запихивай его туда. Слушай, наверное, круто будет. Так. Видите, все самостоятельно, девочка все сама сделает. Во, все, молодец, молодец, Саш. Понимаешь, ты новый дал вас. Во, крутись, крутись. Слушайте, хороший вариант. Единственное, что я бы, наверное, ее, чтобы ветер не унес, чем-нибудь крепил бы ее. Тебе так нравится, да? Оп, все, и она может даже сама катиться в детский сад, если захочет. Ребят, спасибо за ваши, поточнее задавайте вопросы. Михаил Троицкий, окей, я понял тебя, потому что многие стали спрашивать, смотря на чем. На машине так, на самолете так, пешком так, и это самое. Правильно, но я планировал, что ответ будет примерно 6 суток. Вот так вот, все, в следующий раз буду точнее задавать. Спасибо за вариант, не считается вопрос как призовой, не считается, разогрелись немножко. Следующий вопрос, я вам задам его. Не знаю, будет ли он призовой или нет, там посмотрим. Итак, внимание, вопрос. В какое море впадает Волга? Все, мы как раз думаем с вами, а пока рассматриваем. Так, Анфис, все классно? Все, по-моему, там все хорошо. Анфис уже в космосе, по-моему, там в этой палатке, да? Да. Как в батискафе. Но вы обещали показать, как она разбирается. Абсолютно и собирается верно. Быстро. Анфис, погнали смотреть щенка. Ждем. Давай, давай. Выползай. Так. Угу. Хороший чехольчик. Мне просто интересно, насколько это действительно сложно. Потому что заморачиваться не очень все любят. Если это... Осторожно. Обалдеть. Все? Опа. Все. Это... Вуаля. Слушайте, обалдеть. То есть это автоматическая... система вот так вот выстраивания сразу палатки. Абсолютно верно. То есть это заняло у меня меньше минуты. Какой там меньше минуты? Это секунда просто, ребята. Это просто огонь. Офигеть. Мне очень нравится эта палатка. Так, Анфис, вылези-ка на секундочку, мы ее переставим туда, к собачке. Мы передислоцируем ее. Давай, да, вот туда, к собачке. Чтобы сейчас у наших зрителей сразу возникла явная ассоциация, поскольку данные два артикула находятся из одной линейки. И, соответственно, можно использовать данный матрас с данным спальным мешком с... Вот, Анфиса сейчас все сделает. Все сделает. Так, ну вот ты уже сама все придумала. Молодец, да. Опа. Давай. Прям спасибо. Круто, отличный комплект. Вот, какая хозяйка растет. Какая хозяйка, молодец. Нет, так подожди, это просто домашняя штука, не обязательно даже куда-то ездить. Конечно. Просто дома в детской игровой комнате поставить. Ну это же просто класс. И тем более, если вы хотите, чтобы ваш ребенок оторвался уже от мобильного телефона, от компьютера, и спокойно использовал, так сказать, эту палатку на свежем воздухе, это будет только лишним стимулом, чтобы проводить время в компании друзей. Да? На да. природе, на заднем дворе, либо просто у друзей. Я спать. Ну, Стас, правильную тему на самом деле... Ты спас? Хорошо. Спать давай. Стас правильную тему поднял, что это некое личное пространство ребенка. Сейчас, честно говоря, нас воспитывали немножко не так, да, да, а сейчас тема пошла... Пошла такая оптимальная, личное пространство. А через окошко... Здравствуйте, Анфиса. Здравствуйте, Анфиса. Я не могу из него вытащить. Вы не можете из него вытащиться? Давайте я вам помогу. Вытаскивайтесь, пожалуйста. Так, хорошо. Классная штука? Да. Да? Теперь,
придумываем. Мы придумываем игры дальше. Дальше что делать? Все, все. Мы потеряли Анфиску. Вот он, ну свободный хорошо. Вход, спокойный выход. Слушай, скажи мне, ну, если хочется от ветра, многие спрашивают, ты, наверное, сам уже что-нибудь придумываешь, да? Как-нибудь крепишь ее к ветру. Да, конечно. То есть это можно сделать непосредственно уже собственными руками, да, с подручными средствами, без всяких проблем. Круто, что она очень круто. То есть ничего вставлять не надо в дуги, еще что-то, никаких проблем. Сняли защитную резинку, и, как вы видели, она сразу трансформировалась уже в готовое изделие. Можно смело эксплуатировать. Смотрите, значит, молодой человек написал, типа, ребят, вы не сказали, какой подарок? Ну, у вас в анонсе он написан. Молодец ты, молодец! Пятерка за внимательность. Пятерка за внимательность, если получаешь, да-да-да, ребят. Мы просто проверяли. Да, к этому чуть позже, да, только ты, она. Все, она спать. Нет, она сейчас будет выбирать. Мы поставим так две палаточки рядом, да? Главное теперь вам выбрать, ребята, что вы хотите приобрести со скидкой. Единорог или собака? Сейчас скидки в прямом эфире просто огненные. При применении промокода BEST27 7% от магазина «Приглашаем в сказку» вам вы получаете в подарок. Мало того, вы можете в чате «Приглашаем в сказку» написать и еще попросить скидку. И вообще познакомиться с ассортиментом BEST2. Это обалденно. Это качество, это фантазия и это восторг. Ты что сделала? Все. А дальше вы выбираете будет. Да. Мы, значит, сейчас совместили матрасы из наших кроватей вот такие вот палатки. Круто-круто. Волга впадает в Каспий. Самый крупный на Земле замкнутый водоем озера из-за размеров называют море Каспийским. Каспийским, Каспийским, Каспийское. Каспийское, Каспийское. Кто-то писал Карское. Ребят, правильный ответ. Каспийское море. Молодцы. И вы получаете наши аплодисменты. Браво. Молодцы. Ну, а это еще вопрос не на подарок. Задам его через несколько минут. Да. Давай. Когда будем начинать с вами, ну, быть в палатках? Ты хочешь, чтобы я тоже в палатку залез? Давай, ты в одну палатку, я одна, в другую. Одна, вот, как раз две палатки. Да. Я пойду к единорогу. Единорог сказочный. Скажите, Андрей, увидите вы друг друга или нет? С помощью этих окон. Здрасте. Здрасте. Приветики. Приветики. Молодец, Амфи. Так, теперь пошли друг к другу в гости. Я пойду к тебе, а ты ко мне залезай. Поменяемся теперь. О, так. Ой, как хорошо. Слушай, не, матрас отлично выдерживает. 80 килограмм прикрыто. Замечательно. Это сверхнагрузки. Это сверхнагрузки. Ничего страшного, потерпит. У нас все-таки краш-тест сегодня максимально хороший. Так, интересно, Андрей, а поместишь ли ты в этот спальный мешок? У меня вот такая идея родилась. Спальный мешок? Да, раз уж такие у нас сверхнагрузки. Здрасте, Анфиса. Видите, можно что угодно делать с ним, он не рвется. Это смотря как запихнуть, да, Андрея. Смотря как стараться. Проверять мы, конечно, не будем. Мы как это, кавказская пленница, знаешь. Хоп-хоп-хоп, и я покачусь куда-нибудь. Так, все, ребят, мне все это понятно. Детская тематика у нас крутая, интересная. Доступная сейчас, поэтому я вас призываю, на самом деле, подумайте, если потом вы захотите это, например, хранить, ну, ребенку на какое-то время надоест или уедет от вас, посмотрите, занимает вот столько пространства. Положили куда-нибудь под диван, в кровать, и вообще никаких проблем нету. Ну, BEST2, мы уже познакомились с этим качеством непревзойденным. Это на года, на, или на годы, как, наверное, правильно сказать, на годы вам хватит. Вот такая детская продукция. Мне кажется, разогнали, по-моему, классно. Вам нравится, ребят? Мне нравится. Так, а что там еще есть внутри палатки? Кармашки есть какие-нибудь? Нет, кармашков там нету, насколько я знаю. Нет, по-моему, тоже нет, я не нашел. Нет, их точно, нет, точно нету. Не должно быть. Угу. Да. Угу. Зато есть уши и хвост. Я думаю, это важно. Пойдем посмотрим, есть хвостик у собачки или нет. Показывай. Угу. Сегодня вопрос по географии. А у единорога? Еле помещается, Анна написала. Ну, слушай, ну как сказать, 185 сантиметров роста все-таки. Так, палатки-малатки, я палаточку быстрее получу и уютненько в лесу усну, Елена написала. Очень крутой. Люда, где? Там жарко. Сколько у нас чат, ребят, сегодня активный. Главное, посмотрите на цен. Ты что, поранилась немножко? Ой, как хорошо. Ты знаешь, что шрамы... Ладно, тут шрамов не будет, у тебя все будет хорошо. Да не сегодня. А, это не сегодня было, да. Так, у Айгуль 39 завтра, от комаров спасет. Слушай, ну тут вход не закрываемый. Это надо понимать, конечно, через вход залетит. Если вы накроете чем-то, конечно, спасет. Потому что справа, слева и сзади там все закрыто. Но здесь для того, чтобы ребенок мог спокойно дышать в палатке, с двух сторон такая сетка. От насекомых, от комаров, и вы будете еще видеть, чем ребенок ваш занимается. Все, это, по-моему, вот так вот. Ну что? Ждут палатку многие ребята, но вопросов еще у нас много. Давай подытожим, это, наверное, такой детский блок у нас был, да? Давай подытожим, с чего мы начали, и пойдем уже, ребят, к взрослому блоку. Да,
То есть начали мы с щенка в виде спального мешка и матраса. Угу. Далее у нас был замечательный единорог. Так. Угу. Здесь тоже есть матрас, просто мы его переложили, да. Угу. Тедди медведь из серии, да, с двойным матрасом. Угу. Угу. И закончили двумя палатками. Две палатки. Стилизованные под также щенка и единорога. Угу, угу. Слушайте, я когда знакомился, почитал по материалу, что... Объясните мне, что такое трай-теч, по-моему, так он называется. Трай-теч – это особо усиленный ПВХ, который включает в себе полиэфирную армированную сетку, и с двух сторон идет ПВХ. То есть получается три слоя. Поэтому это идет усиленный состав, который позволяет избежать быстрых проколов, износа. И повышает комфорт при использовании. Это где-то здесь применяется? Это используется уже в кроватях. А-а-а. Да, это у нас следующий будет блок. Это как раз. Ну что, давайте переходить к взрослому блоку, тогда я пока задам вам вопросик один интересный. Я да. хочу пить. Ты хочешь пить? Иди попей, мой хороший, да. И мне принеси мохито двойной. Значит так, расположитесь. Так, это не двойное. Итак, опять же, география, ребята, и давай сегодня нашу страну будем с вами изучать немножко побольше. Итак. Я просто недавно был в городе Томске, славном городе Томске. Хочу узнать у вас, знаете ли вы, когда основан наш славный город Томск? Если есть томчане, пожалуйста, вам большой-большой привет. В каком же году основан город Томск? Вопрос, время. Смотрим, кто первый. Поехали. Так, а мы пока отправляемся с вами на взрослую, я так понимаю, тематику. И начнем, ну, как я предлагаю вам, все-таки с палатки. Палатка, потому что это... Ну, такой главный дом, в котором можно уже жить, с семьей, куда-нибудь поехали. Причем, Оль, смотри на экране, как, да, я надеюсь, что это вот в такой же приятной семейной идиллии будет как раз и у вас. Практически так. Под березой, да? Практически под березой. Ну, не береза, да. Но... И палатка – это очень важно, потому что если вы не позаботитесь о своей палатке до похода, то весь поход вы проведете не в самых лучших условиях и не в самом лучшем настроении, потому что хорошая палатка – это залог хорошего отдыха, хорошего сна. Да, да и в принципе, да, да, да. Залог счастья, я бы даже сказал, потому что тему кемпинга я очень люблю, и это очень близко мне, да. И сейчас мы рассмотрим очень легкую, очень простую в установке палатку для двух человек, которая позволит вам провести выходные, уикенд, или как вы назовете, вдвоем, на природе, на море, на даче, да вообще где угодно. То есть, это вот эта палатка? Да, и эта палатка. Серьезно? Да. Такой милый, аккуратный круг, как будто... Попробуй, сколько она весит. Слушай, ну просто огонь. А, вообще нисколько не весит. Она весит всего лишь 1,5 килограмма. Обалдеть. Вау. Так, значит, кемпинг, два человека, да, до двух человек. Слушай, я пока вообще не понимаю, но а где же эти спицы, которые надо вставлять друг в друга? Что-то теряется там и так далее, и так далее. Пока ничего не понимаю. Нет, тут ничего не потеряется. Потому что все уже сделали за вас. Внимание. Вам остается всего лишь распрямить ее. Обалдеть. Здесь находятся колышки. Так. Они тоже идут в комплекте, просто в кадр не попали. Но можете не переживать. Растягивайте эту сторону, вторую, штормовые растяжки. И вот у вас замечательное жилье на два человека, на весь уикенд. Слушайте, так это прям настоящая палатка? Да. Ничего себе. Все, Анфиса уже закрылась. Все, секретики у нее уже пошли. Слушайте, да, как причем круто. У нее есть три окна для вентиляции, два спереди и одно сзади. Вход, к сожалению, только один. Ну, для такой палатки. Но я думаю, больше и не требуется. Ага. Стас, покажи мне вот эти колышки, потому что спрашивают, да, ветер и так далее. Ребят, да, конечно, вы все крепите к земле, причем нет. Есть еще штормовые отдельные. Колышки здесь, да, вот они. Вполне нормальные, вот, обычные колышки. Да. Вот так вот, все, здесь. Здесь сделано в этом плане все достойно. Раз вы прокололи и все. А веревка для чего нужна? Это штормовые растяжки. Для того, чтобы вас не унесло ветром. Штормовые растяжки. То есть это очень круто. Но вы поняли, что мы никуда не вставляем одно в другое, без завязочек. За одно движение, вжик, и она встала. Это круто. Это прям круто. Кто-то сказал, что ему для охоты такая нужна. Спать можно и как
скрадок использовать? Скрываться, видимо, на охоте, наверное, такое? Наверное, да. Да-да-да-да-да. Ага, вижу колышки, я за городом, Wi-Fi дома остался, а палатка летает, за землю заземлить можно? Вот, как раз для охоты нужна. Ребята, очень круто, стоимость такой палатки снижена на 5430 рублей, это просто. Айгуль спрашивает, что такое скрадок. Да. Когда мы с тобой, ничего? В палатке сюда? Залезай. Залезай, я тоже с тобой приду, потому что это уже большая палатка. Слушай, сколько она в длину? Я здесь точно помещу. Больше 2 метров. Если быть точным, 2,30. Так. Что будем делать? Играть? А, ну да, ну сейчас мы залезем. Сначала мы ее сначала с тобой протестируем. Я вот так вот лягу, покажу длину. Ну слушай, ну что, нормально, да? А ты привези себе матрасик какой-нибудь и будем спать. Как с дождями справляется, ребят? Отлично. Отлично, да? Она справляется с дождями, потому что пропитка полиуретановая, защита 1500 миллиметров водного столба. Это такое? Хороший такой ливень на самом деле. Угу. Так, высота какая, спрашивает? Высота у нее... 1,20 м. А, нет, простите, 1,20 м это ширина, и в самой высокой точке это 1,50 м. Ну, то есть слушайте, вот тут вот она. Да. Самая высокая. Ну да, вот так вот здесь мы и натянем. Ну, видите, да, очень крутая просторная палатка. Не знаю даже, почему на двоих. Ну, нет, на двоих, наверное, лучше спать, да. Но с ребенком очень точно комфортно можно. На двоих. Очень комфортно, также, да. Все швы проклеены, ага. Это можно видеть. Угу. Внутри есть все необходимые карманы для хранения вещей. Да, вот здесь как раз уже карман. И второй с другой стороны. Да, и с другой стороны каждого. Тоже есть для каждого, да. Ага, вот это вот вентиляция, да? Да, это окна для вентиляции. Да, окна для вентиляции. И сзади такое же окно, да, для вентиляции. Да, и такое же сзади. Отлично. Ну, тут дно тоже какое-то усиленное, да, я смотрю? Да, это полиэтилен. Угу. А, у него защита порядка 3000 миллиметров по водному столбу. Угу. Так. То есть... Обычный такой ливень вы сможете пережить в ней спокойно, если установить все правильно, если правильно ее натянуть, то проснетесь сухим. Вот так, ребята, видите как? Если правильно натянуть, проснемся сухим. Все, это главная фраза. Я точно помещусь, Наташа говорит, да я не сомневаюсь, если я 185 помещаюсь, Наташа, что-нибудь хрупкая. Для фонарика карманы, телефон всегда под ухом же, да-да-да. Расцветка кайф. А снизу как толщина? Ну, ребят, ну только что мы поговорили об этом покрытии. Да, все норм, все сделано. Слушай, ну и собирается она опять вот в эту круглую такую штуку, да, и упаковывает. Верно. Ну, классно. Во что ты хочешь? А собирается она тоже буквально за несколько секунд. Это не вызывает никаких сложностей. Угу. А в детской нету? А, лампу можно повесить, куда зацепить. Нет, ребят, там, наверное, ну там можно приспособить, конечно, самостоятельно. Нет. Слушайте, мы даже, я вам честно открою секрет, я вам все-таки скажу. Мы дарим сегодня палатку, но не двухместную. А? По-моему. Какую? Одноместную. Нет? Я думаю, все-таки нет. А сколько ты хочешь подарить? Ну, наверное, 3. Трехместную палатку? Ну, все же любят цифру 3. Все любят цифру 3. Ребят, трехместную палатку дали. Трехместную палатку. Стас любит цифру 3, понимаете? Это главное. Трехместная палатка сегодня достается вам. А за что? Вы думаете, за дату основания Томска? Нет. Но правильная цифра — 1604 год. Правильно. Молодцы все, кто угадал или кто залез в интернет, посмотрел. Всем тамчанам привет большой. Так, хорошо. У нас сейчас есть небольшая пауза. Иди сюда. Значит, мы хотели с тобой поиграть, потанцевать, да? Давай. Мы, сейчас у нас минута танцев. Давай, я обещал, Анфисе. Давай, как будем танцевать? Кто как? Давай просто. Давай в паре танцевать. Нет, ты только что хотела. Ну давай в паре с тобой станцуем. Давай. И... Раз. А ты как умеешь танцевать? Покажи какое-нибудь движение, я повторю за тобой. Ну, одно движение покажи, одно, я повторю за ним. Хорошо, вот так, да, садимся. Вот так. Что еще нас сделать? Минутка прошла, все, мы обещали потанцевать. Хорошо. Ладно, мы с тобой еще потанцуем, хотя Анфиса говорит, что она не очень хорошо танцует, но это неправда, она действительно может. Музыку надо, Юля, я согласен, что музыку надо. Буги-вуги! Буги-вуги, слушай, как танцуют буги-вуги? Эх, ребята,
Все-таки хорошо, очень яркие, красивые картинки. Так, про палатку что и какие еще вопросы есть? В комплекте есть все, есть вот такие вот штормовые, значит, веревки, есть колья, ну и главное, палатка с автоматическим открыванием, да, это все круто. Отлично, стесняется, да, конечно, стесняется. Зайка устала, наверное. Может быть, хотя она только что в палатке говорила, когда мы будем танцевать. Видите, как часто бывает, девчонки. Вы хотите, вам говорят, ладно, давай, а вы уже не хотите, вот обидно. Погнали дальше. Что еще у нас есть? Что еще посмотрим, ребят, с вами? Как раз, Андрей, то, что ты спрашивал про вопрос Tri-Tech, да, где он используется? Он используется в данной кровати. Угу. Как ты думаешь, какие размеры у этого матраса? 102? 2 метра. 2 метра, да. На 150. На 150, да. На 1.5 метра. Соответственно, здесь идет усиленный Tri-Tech материал. Угу. То есть, повторюсь еще раз, это армированная полиэфирная сетка. И с двух сторон она идет как ПВХ пластины. То есть, также у нее идут усилители, как, скажем так, колышки, да? Угу. Давайте положим, посмотрим. Давай посмотрим, да, интересно, тоже поваляемся на ней. Угу. Мы с тобой ее видели, правильно? Да. Мы с тобой смотрели, очень крутая кровать, да. И таким образом идет равномерное распределение нагрузки, чтобы не было какого-то пузыря, либо вы скатываетесь. Плюс у нее идет покрытие с напылением, да, такое ощущение, что как будто бы это как ткань. Не скатывается постельное белье, то есть накидываете простынь, либо какой-то тонкий этот матрасик. Совершенно спокойно используйте. Данное изделие можно использовать как на улице, так и дома, как у друзей, у бабушек, кстати, дедушек. На улице, да. Совершенно без проблем. Угу. Да? Поэтому захотели взять на отдых ее, рядом с палаткой можете, либо если у вас большая палатка, вы можете ее поместить вовнутрь и использовать уже как спальное место. Слушай, ну двое взрослых точно войдут, да, я так понимаю? Конечно. Ну, конфет, ложись с нами. Ложись с нами, ложись по центру. Ложись к нам. Саш, тоже ложись рядышком. Нормальная европейская семья, чего вы? Лежим, отдыхаем. Кстати, сколько килограмм примерно выдерживает? Выдерживает 300 килограмм. 300? Да, 300 килограмм. Ё-моё, Стас, это уже не нормальная европейская семья, если ты к нам придешь. Ну, выдерживает 300 килограмм будет. Слушайте, ну прикольно. Можно даже кому-нибудь поперёк лечь. Поперёк? Ложись ты. Вот. Ноги правильно. Вот она так и легла. Можешь даже прыгать на ней. Ну, не рекомендуем плавать. Не рекомендуем. Но спокойно спать, быстро надувать, да? При помощи этого самого насоса надуваем, да? С помощью насоса, как электрического, так и ножного, так и ручного, можно совершенно спокойно надуть. За 5 минут буквально она уже будет готова к использованию. Так занимает мало места, легкая в переноске, компактная. Обязательно нужно соблюдать условия хранения, да? То есть температурный режим. Естественно, не класть его там, если идет где-нибудь на стекло или гвозди. Ну вот, как вы видите, Слушай, ну круто, спокойно круто удерживает нас. Я, знаешь, я думал, что не очень будет удобно вот на таких вот выемках. Нет, когда ложишься, так хорошо распределяется. Да, абсолютно верно. То есть инженеры не стоят на месте, они понимают, как лучше сделать новые разработки, внедрить их. Благодаря этому каждый год продукция BestV получает новые качества. Кто-то написал, что мы даже зимой катались в Чигете на таком. Люди плавали. Так, значит, удобная штука. На таком матрасе в палатке вообще чудесно будет. В трехместную войдет. Ну, ребят, ну, не знаю, надо смотреть, какая у вас палатка. Смотрите, палатки разные бывают. Анфис, ну тебе нравится, а? Ну тебе нравится эта палатка. Ой, палатка, говорю, матрас. Классный. Хорошо, скажи мне, ну есть какая-то альтернатива еще вот по матрасам? Они же конечно. То есть у данного матраса идет высота более 20 сантиметров, так. Но есть еще одна более премиальная модель. Лучшая альтернатива матрасу – это надувная кровать. Прям кровать? Осторожно. О-о-о. Да, это уже можно считать полноценной кроватью, потому что, как Александр уточнил, высотой он уже 36 сантиметров. Угу. Вот, все. Классно? Ну, попрыгай. Так, в конструкции здесь использован тот же материал, который уже упоминался, Tri-Tech. Так. Продольные ребра жесткости, проверенная надежная конструкция, небольшой подголовник. То есть можно даже без подушки спокойненько. И самое главное, это встроенный насос. Серьезно? Да. А то есть вам не нужно вообще ничего. Все, что нужно, это открыть лючок. Ой, иди к нам. Давай, лежи, я тебя покатаю. Смотри, оп. Здесь есть насос.
Анфиса, ты представляешь? Так, подожди, что это такое? Вот. Открыть лючок, достать провод, подсоединить к розетке и повернуть ручку. И он начнет надуваться? Да, и он начнет надуваться. Слушай, как круто. Вот это, кстати, круто. А самое главное то, что надуется он быстрее, чем за 5 минут. За сколько? Ну, быстрее, чем за 5. То есть 5 это потолок. Это максимум. Да. Да? Круто, ребята. И самое главное то, что его можно использовать с другими насосами. То есть в отверстие можно вставить через переходник любой насос, как ручной, ножной, электрический. Повернув этот клапан в состояние открыто, вы можете спокойно его надуть, закрыть и использовать. То есть это подходит как для кемпинга, так и для дома, в любых условиях, везде. Круто. 4 минуты, ребята, все надуется. Ну разве это не круто? А применение промокода BESTWAY7, помимо скидки в прямом эфире, вы получите еще дополнительную скидку в 7%. А если напишите поставщику, да, крупнейшему поставщику, приглашаем в сказку, в чат, написать, задать вопрос, попросить еще скидку. Скидка может быть еще больше. Не упустите этот шанс. Вы знаете, BESTWAY это мировой лидер, поэтому вы приобретаете нереальное качество. Да, моя дорогая? Да. Прыгать ты будешь? Какой у тебя матрас? Давай, какой тебе матрас больше понравился? Этот или этот? Вот этот, да? Ну, он все-таки покруче, ребят. Потолще, классный. Это настоящая кровать. Можно? Можно им попрыгать? Конечно. Давай, давай, Анфис, давай, жги. Снимай эти самые. 100 рублей 5 минут стоит батут. Пожалуйста. Денежки потом родители перечислят мне на карту. А сдувать, как спрашивают? Соответственно, вы просто поворачиваете клапан в состоянии открыто. Спускаете воздух. Также есть функция... Когда насос выкачивает полностью воздух, создает внутри вакуум, и вы можете обратно сложить его точно так же, как оно было в коробке. Точно так же, как на заводе. Вот видишь, Елена говорит, что он до сих пор надувает без насоса, когда гость приезжает, потому что наверняка его нет отдельно. Вот он, встроенный насос, ребята, это просто огонь, это очень круто. Итак, давайте вот что, давайте уже на подарок делать вопрос. Вы не против? Нет, конечно. Да? А давайте покажем подарок сначала. Ребята, сейчас будет вопрос на подарок. Я думаю, что мы это сделаем, да. А потом, пока вы будете отгадывать, пожалуйста, следи, кто будет первый в ответе. А мы пока еще раз поговорим о матрасах, немножко закончим тему, подытожим и подарим вам вот эту палатку, правильно? Да, абсолютно верно. Это, кстати говоря, давайте вопросов не буду задавать, хотя хотел спросить, под какой торговой маркой производитель BESTWAY выпускает товары для кемпинга, матраса и палатки? Эта торговая марка называется Pavillo. Вот такая вот. Потрясающий бренд. Найдете его, посмотрите, там тоже много всякого интересного. Но это не вопрос победителя. Вопрос победителя будет озвучен через минуту. Так, что за палатка, расскажи. Это трехместная палатка, которая предназначена для трех человек, так, можно догадаться. Она больше, чем была ранее представлена у нас на стриме. Также у нее есть функция автоматического. Есть, конечно, там и дуги, которые нужно ставить, но при этом также ее очень легко установить за короткое время. Ну, это уже такая солидная палатка, в ней можно идти уже в поход и так далее. Ребята, вот хотите ее бесплатно? Прям бесплатно, прям даром. Хотите? От BESTWAY, вот приглашаем в сказку, мы вам сегодня ее подарим. Ну что, озвучим вопрос. Саш, ты следишь? Да, кто будет первый? Да, пожалуйста, Игорь, тоже следи. Итак, внимание, вопрос. Расположите эти страны по площади территории от малой к большей. А. Германия. Б. Португалия. В. Франция. Г. Монако. От малой к большей. Поехали, за палатку боремся. Боремся, 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 друзья мои. Никаких обид, кто будет первый. Можно написать А, Б, В, Г. Правильные ответы. Или название стран. Не принципиально. Погнали. Божечки, она мне не нужна. Прикольно. Птица счастья завтрашнего дня. Выбери меня. И так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, кровать надувная. 1990 рублей вот это. 1990 рублей. Офигеть. В магазин идешь, меньше трех и не оставляешь. Это круто. Так, ребята, давайте, что еще хотите рассказать, сказать? Или, в принципе, все успели с вами? Все успели. Также хотелось отметить, что московский офис организовал работу сервисного центра. И мы предоставляем гарантию на гарантийные изделия в случаях правильной эксплуатации, потому что мы уверены в продукции BESTWAY. А мы пока с вами поиграем.
У нас сегодня есть детская тематика. Вот такие вот кровати. Единорог, медведь для вас представлены вместе с матрасами. Есть отдельный матрас, щенок. Есть две палатки, единорог и щенок. На него скидка потрясающая. Две вот такие кровати уже настоящие. Матрас и кровать надувная. Ну и, конечно, профессиональная двухместная палатка. Пишите. Вариант ответов вам потом скажем, но главное определим, кто будет первый, кто получит сегодня подарок. Ребята, кто будет победителем, пожалуйста, напишите. Что надо написать, чтобы мы его не потеряли? Распросить по промокоду? Нет, вот победитель, что вы должны написать, чтобы мы не потеряли его адрес. Просто нам написать еще раз в Озон, мы его заскриним. Да, правильно? Я думаю, найдем. Да, победитель найдем, напишите, это я. Да. Анфиса, ну как тебе? Так, скажи, что тебе больше всего понравилось здесь? Что ты домой хочешь себе забрать? Собачку? Матрас-собачка. Матрас-собачка тебе понравился, да? Ну давай притащи его еще раз посмотрим, а? Давай поваляемся на нем. Ох, ребят. Ну что ж, вот так вот Best Way совместно приглашаем в сказку. Создал нам настоящий праздник. Яркий и заводной. Да, Оль, тебя тоже почти сбили. Все. Анфиска уже отдыхает у нас. Ну, пятница вечер. Я очень надеюсь тоже, что у вас будут хорошие выходные, что ваши ребята, дети и взрослые будут счастливы. Потому что это прекрасное качество, это изумительные варианты. Значит, детские до 3 лет выдерживают там, до 72 килограмм. Взрослые матрасы, да, вот они, да? Взрослые матрасы до 300 килограмм выдерживают, да? Смело два человека помещаются, реально очень комфортно, очень компактно. Вот в этом матрасе-кровати есть встроенный насос, да? Вот здесь его нет. Вот такой функционал, выбирайте самостоятельно. Так, вот такие вот еще штучки классные, прикольные, на которых можно спать где угодно. Такой, например, щеночек. Тоже у Best Way есть, тоже можете заказать сегодня по скидке. Применяя промокод Best Way 7, получаете еще 7% от цены, которая заявлена у нас в прямом эфире. Кстати, цена будет действовать только сейчас и час после. Все, а дальше, ребята, не будет. Что-то непонятно? Здесь можете зайти в карточку товаров, посмотреть дополнительные фотографии и характеристики. Тоже все написаны. Заказывайте, берите, увлекайтесь. Мне кажется, будет замечательно. Блин, опять пятница, Наталья говорит. Да, время летит незаметно, но благо еще у нас... С вами все-таки лето, и лето будет прекрасным. Так, ну, наверное, уже есть правильный ответ, да? Я так понимаю, да? Ребят, есть правильный ответ. Пожалуйста, тогда сейчас пришлют мне в WhatsApp скрин того человека, кто победил и кто был первый. Я так очень вас прошу. Повторите еще раз? А, хорошо. Значит, Германия, Португалия, Франция и Монако. А, Б, В, Г. Надо расположить от малой самой страны к большой стране. То есть мы так психологически понимаем, что Монако, наверное, вариант Г, он первый будет. Потом больше, больше, больше и самая большая страна. Германия, Португалия, Франция или Монако. Вот такие вот варианты. Отгадывайте, делайте, присылайте. Может быть, будет у вас еще один шанс. Слушай, сколько вообще бренду Best Way лет? Компания основана в 1994 году. Так. Соответственно... Кто хорошо считает? Да, сейчас нужно проверить. 28, что ли? Сколько это лет получается? 27. 27, правильно, 27 лет. Ну, прилично уже срок, да? Соответственно, мы представлены на 6 континентах, более чем в 110 странах. Продукцию Best Way можно найти на полках магазина. Да, ну и, конечно, на Озоне. И особенно мы работаем только с крупными поставщиками, проверенными. Вот приглашаем в сказку один из таких. Ну что, готовы? Да, есть у нас правильный ответ. Итак, и победителем становится Инна Н. Именно она сегодня получает палатку, трехместную палатку от бренда Pavillo. Друзья мои, мы вас поздравляем. Фу, в общем, всем любви, всем удачи. Инна, напишите, пожалуйста, что вы здесь, что вы безумно счастливы получить этот подарок. Это правда круто. Таких розыгрышей бывает не так много. Вот такая профессиональная палатка, Pavillo, очень крутая, сразу на трех человек, компактная, удобная. От ветра, от дождя вообще никаких проблем нету, да? Все в ней есть. Ну и надеюсь, что вы еще доберете в корзине, чтобы от Озона вам пришли много разных интересных вариантов со скидкой нашего прямого эфира. Инна Немова Инна Немова! Ура! Куда написать ей надо? Никуда, Ин, смотри, я заскринил тебя. Где-то в течение 3-4 дней с тобой свяжутся и все расскажут, как, где получить. Тебе прям пришлют ее на дам. Ну или на почту посмотрим. Все, и это будет круто. Ребят, ну, суть говоря, вот что мы успели сегодня посмотреть от Best Way. В любом случае, все, что вы захотите когда-нибудь увидеть в таком варианте, сначала зайдите в магазин «Приглашаем в сказку». Там очень хорошее предложение, оригинальная продукция. Ну и, конечно, Best Way — это равно качеству. Это знак качества, безусловно. Так, Анфис. Давай праздничный полет прямо на собачку отсюда. Давай вместе с тобой это сделаем.
Давай. Готово? 3, 2, 1. Все. Это было хорошо. Мы поздравляем всех, друзья мои. Анфис, спасибо тебе большое. Мы тебе аплодируем. Настоящий молодец. Настоящий молодец. Обнимаем тебя. Хорошего тебе лета, окончания. А Анфисе 5 лет. Ей еще до школы еще 2 года. Счастья тебе, удачи. Спасибо твоим родителям. Ты настоящий талантливый, хороший человечек. Очень красивая, улыбчивая девчонка. Вот такая вот собачка с тобой была весь день. Давай, мы начали с тобой, с того, как мы засыпали. Давай закончим тоже. Как будто ты зашла туда и засыпаешь. Ну-ка, давай. Видите как? Захотите ребенка уложить? Дайте ему вот такой вот замечательный чехольчик. Ну? А дальше дело было так. Через 10 минут начался следующий стрим. Мы оказались в чудесной кухне. С вами тоже окажемся, поэтому не переключайтесь. Ну все, да? Ребят, спасибо большое. Инна, поздравляем. Ребят, вам спасибо большое. Спасибо. Александр, спасибо. Вы сегодня были с нами, представители компании Bestway. Замечательный Анфис. Меня зовут Андрей. Увидимся ровно через 10 минут. Всех поздравляем победителей. Кстати, сейчас тоже будем дарить подарки. Через 10 минут увидимся. Все, пока. А скидки пока. Действуют еще час. Пока. Пока.